Десятки домов в Донской столице ждут отключения света. Самые масштабные работы намечены в западном жилом массиве. Так, во вторник без энергии останутся некоторые жители Всесоюзной и Набережной улиц. В среду обесточат часть Профсоюзной, Некрасовской и других в Советском районе. Подробный график по городам Ростовской области опубликован на интернет-портале «Донэнерго». Патриоты Дона встретятся в Южной столице. Областной слет проведут в среду. Об этом сообщает сайт правительства региона. Активисты военно-патриотических организаций и общественники подведут итоги работы в 2021 году и пройдут образовательную программу. Количество участников ограничено, однако следить за событием можно будет онлайн. Финал Донской спартакиады 2021. Заключительные состязания пройдут в субботу в Ростове-на-Дону. Первенство стартовало в январе. Соревнуются по 19 дисциплинам. Мини-футбол, плавание, легкая атлетика и другие. Среди участников нет профессиональных спортсменов. Пантеры играют дома. В воскресенье пройдет очередной баскетбольный матч чемпионата России. На площадке встретятся женские клубы «Пересвет ЮФУ» и «Спарта НК» из Московской области. Волонтеры вновь примут у ростовчан отходы на переработку. В воскресенье пройдет ежемесячная акция по сбору вторсырья. Принимают самую разную продукцию – от пробок до блистерной упаковки. Условия в социальных сетях акции.